Всем привет, мои хорошие. Начинаем новый влог. Мы с девчонками едем к бабушке и дедушке, да? В гости. И к сестре. Поехали. Ну вот мы и приехали на дачу. Сейчас дадим. Крисюшка в доме. Всю дорогу лил дождь. Какая у нас тут красота. Сейчас я вам покажу. Наконец-то доехали, покушали. И дождик кончился. Брала яички? Иди сюда. Иди сюда. Покажи. Ой, молодец. Сняла. Ксюша курочек кормит. Сейчас петух туда прибежит, это будет звать. Мимо кидаешь. К бабушке сходили. Дождик прошел еще 5 раз. Кончился, пока вышли гулять на сон. Вот такой красивый храм. Возле дома, где я жила, стоит. Ксюш, ты далеко? А, ты обходишь лужи, да? Все зелено, все красиво так. Сейчас ходим за мороженкой и пойдем на дачу опять. В Пятерочку. Она тут рядом. Мы с Ксюшкой как бомжи. Ноги все грязные. Погода вообще сегодня, конечно. Но ничего, зато тепло. Зато тепло, красота. Уже дома, приехали вчера вечером. Льет дождь сегодня весь день. Льет дождь, и по прогнозу кончится к вечеру. У нас сегодня подготовка к дню рождения, Крис. Завтра будем отмечать. Постараюсь взять вас с собой, если получится. Сегодня хотела с вами собрать уходовую косметичку на лето. Какие средства оставляю на жару, потому что у нас тепло. И далеко не все средства уже подходят, далеко не всеми хочется пользоваться. Я про кремы, маски и так далее. В общем, будем собирать. Что оставила на лето? Много убрала, потому что не все сейчас будет подходить. Здесь у меня в контейнере масочки с рандеву сайта «Корейская пленка». 2 автозагара сейчас активными пользуюсь. Avon Faberlic. Так, что у нас еще здесь? Здесь у нас маски все, Green Karma оставляю, конечно. Откопала Planet Spa еще ионскую. Очень ее любила, роскошное обновление, пленка. Люблю пленки, сейчас на лето зайдут. Так, это растирка у меня с сабельником, это для тела. Мицеллярка в запасах, потому что есть еще гиалуронка. Тоник гиалуронка в запасах, потому что другой сейчас покажу какой. Так, это дезодорант для интимной гигиены. Обязательно на лето надо взять еще, потому что, по-моему, у меня все запасы, да... закончились. Экспресс-маска для лица Агафья. Она освежающая, она очень крутая, девчонки. Она безумно крутецкая. Она пощипывает, но она с утра освежает, сгоняет отеки, румянец, супругость. В общем, я ее обожаю. Кто пробовал, девчонки тоже говорили, что им очень понравилось, по моему совету, да? Магнит косметика, немножко подорожали. Раньше можно было рублей за 80, сейчас рублей 120. Но она крутая. Здесь, в принципе, много.
Ее надолго хватает. Так, обязательно она у меня присутствует, и не только на лето. Так, здесь у нас что? А, это от BT Peel. Помните, пилинги делали? Мне очень, кстати, нравится их уход. Я сейчас доиспользую сыворотку и, наверное, с сыворотками на лето заканчиваю. Ну, может быть, какую-нибудь легкую. На лето я сыворотки не использую практически никогда. Тоник, крем, все, достаточно. Так, куда ты валишься? И вот это вот ламеллярное молочко с SPF 40. Я давно его использовала, когда еще, в принципе, сильной необходимости не было. Сейчас она есть. Хорошо, что здесь SPF 40. Будем пользоваться. Так, что у меня здесь еще? Полоски для носа очищающие. И все, что оставляю из ухода. Так, ну за телом у меня тут и за лицом это скрабики для лица, и Natural, и It's Clear обожаю класс. Патчи мои любимые, я вам всегда про них рассказываю, показываю. Это Визе. Визе, они когда-то бывают дешевле на Wildberries, когда-то на Озон около 200 рублей. 60 штук. Обалденный, люблю. За телом у меня здесь еще второй вот такой вот скрабик. По-моему, это перевыпущенный новый уже, который стал гораздо гуще, да. Тот старый был пожиже. Масочка для лица, любимая, пост на нее в Дзене писала. Ночная восстанавливающая от Аравии. Но я ее не только на ночь делаю, но и на день она хорошо питает. Я ее смываю. Так, дальше, девчонки, что мы с вами оставляем? Ну, за телом у меня здесь стоит еще Dream Therapy. Я, кстати, вот этот вот лосьончик, я его на мокрое тело наношу, как маслице, и тоже очень обалденно. У него тогда и расход минимализируется, артикул 2611, и классно он ложится тоже, как масло. Так, вот из тоников у меня пока буду добивать Океану. У меня целый полный достала. Дальше достала карбокситерапию. Летом применять можно. Ничего здесь агрессивного нет, но лучше все это дело делать на ночь. У меня здесь на один раз осталось, надо добить. Освобождать запасы, пока, девчонки, каталог один на два периода, хотя бы есть время что-то подбить. У меня еще в запасе карбокситерапия, поэтому эту надо добить, достать новую. Так, пенка совсем чуть-чуть осталась умываться, Гардерика. Да умываюсь ее и в пустышке. Global Oxygen Ксюшка умывается у меня, чуть-чуть осталось тоже. Артикулы я вам не говорю, будете просить, знаю, 5807. Global Oxygen одна из любимых моих пенок. Она вот, она лучше Гардерики, на мой взгляд, гораздо. Так, 0,747. А вообще мне сейчас безумно нравится умываться Green Karma гелем, потому что он и макияж смывает. Иногда неохота с мицелляркой возиться, но надо. Я вообще люблю поэтапное очищение. 66,73. Все смывает, все до скрипа, все супер. Не пересушивает, нет сухости после этого геля. Все отлично. Так, поехали дальше. Здесь у меня пребиотическая косметика от Бакздрав. Скраб для лица по утрам использую, очень нравится. Масочка тоже уже немножко осталось. Добиваем, добиваем все прям, как я люблю пустые баночки. Девчонки, когда вот что-то заканчивается, прям, я не знаю, мне душа радуется, потому что есть возможность что-то новое достать. Так, крем для ног тоже мало добиваем. Очень люблю, просто обожаю. Напомните мне, откуда вот эти средства, девчонки? Я все время забываю марку. Гель для умывания самый лучший, который я вам уже давно-давно рекомендовала. Прям обалденный. Он такой земляной, он такой натуральный, он потрясающий. Просто солевой, минерально-солевой, да, он так чистит кожу. Это вообще финиш. Конечно, оставляю на лето. У меня еще один есть неоткрытый. И еще одна неоткрытая. Есть вот такая маска, потому что ее тоже обожаю. Маска, которая реально за одну процедуру кожу натягивает. Вот ее носишь на лице, да, и потом начинает немножко так стягивать везде. Лифтинг эффект прям. Обожаю вот эти тоже два продукта. Они на лето идеально подходят. По уходу у нас тут с вами что еще? Достала бустер. Давно им не пользовалась. Вместо сыворотки, вместо крема иногда перед выходом, когда быстренько, да. Потому что здесь много силикончиков. Может закупорить на постоянной основе. Конечно, не очень хочется им пользоваться. Так, 57,99. Но зато он круто выравнивает и матирует. И все с ним как бы зашибись. Так, Эвелин, добиваю крем для век, осталось чуть-чуть. С прошлого года стоит крем для уменьшения пор Себа Баланс. Он не сильно уменьшает, мне больше нравится в этом плане, если у вас жирная кожа. Господи, кислородный баланс, дневной крем. Так, артикул 78. Кислородный баланс лучше матирует. Естественно, оставляю гиалуронку, потому что обожаю. Оставляю кислородный бальзам. Не поняла восторгов по поводу этого средства, но пользуюсь. 58,06.
Девчонки писали, как сывороткой пользуются. Ну да, он больше как сыворотка. Так, уход из Green Karma мне тоже подходит. Дневной, ночной крем пользуюсь. И гиалуронка чередую. Потому что вот гиалуронка – это моя любовь. Концентрат. Сколько тут его осталось? У него, кстати, небольшой расход. Его хватает надолго, несмотря на то, что он стоит достаточно дорого. Артикулы показываю вам, да? У него небольшой расход. Нет, совсем чуть-чуть. Распределяем по коже. Все, кожа упругая, кожа классная. Гиалуронка у меня пока прям в приоритете. И не утяжеляет она мне ни на день сейчас на жару, ни на ночь. Как бы все комфортно. Жирности никакой нет. Ничего супер. Ночной и дневной крем. Да, 28-22 и 28-17. Так, девочки, еще у меня здесь маску не показала вам. По совету девчонок из Телеграм, вот такой крем «Идеальное отбеливание» с SPF 20 на день. Это у нас с вами Витекс. Ну, я не могу сказать, что у меня пропали пигментные пятна. Нет, к сожалению, не пропали. Но он обладает действительно высветляющим легким действием. Он не тяжелый. Он не тяжелый, его на лице носить комфортно в течение дня. Вот такой. И из этой же серии маска. Тоже девочки в Телеграм посоветовали. Вот она. Маска тоже классная. Против веснушек, пигментных пятен. Вот на Озон покупала, кому интересно. Да? Она тоже обладает выбеливающим эффектом, а еще очень хорошо очищает. Она такая прям белая, как будто глиняная. Такая хорошая масочка тоже на теплое время года, прям вот огонь. Слушайте, ну все, вот вам все показала, не так-то много у меня здесь, скажем так. За месяц надо все запасы подбивать. Хочу уже освободить место для чего-то новенького. Надеюсь, с 10-м каталогом Faberlic к нам и придут какие-то интересненькие новиночки. Будем с вами их пробовать. А за это время постараемся все подбить, все доиспользовать. Свободно, свободно. Раньше было все заставлено, сейчас свободно. Это все потому, что пока нет новинок. Это хорошо. Так что вот так, мои хорошие. Делитесь, какой уход на лето себе оставили. Будет очень интересно поболтать на эту тему. Ну, а на этом влог буду заканчивать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.